Решать вопросы экономики, политики, развития науки и культуры невозможно без грамотно выстроенной системы образования. И здесь у Одинцовского района действительно есть чему поучиться. Гости из Баварии с интересом познакомились с нашим опытом. Главная тема, которая сегодня объединяет политиков всего мира, это развитие человеческого капитала. Нет ни одного государства в мире, которое было бы не озабочено этим вопросом. И у нас, и в немецкой Баварии люди стремятся жить там, где есть лучшие условия для получения детьми хорошего образования. Глава района предложил проработать вопросы студенческого и школьного обмена между образовательными учреждениями. Эту инициативу охотно поддержал первый бургомистр города Альцинау Александр Леглер. И в Одинцово, и в Баварии идет активная работа по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. После встречи в администрации делегация посетила городскую лингвистическую гимназию и Одинцовский гуманитарный университет. По словам гостей, в Баварии значительные средства выделяются на развитие системы образования. Тем не менее, уровень оснащения одинцовских учебных заведений произвел на них большое впечатление. Взаимодействие на муниципальном уровне возможно не только в сфере образования, но и в спорте. Андрей Иванов предложил создать двустороннюю рабочую группу для скорейшей проработки всех направлений предполагаемого сотрудничества. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».